Воу! Я сжег его машину! Ты что сделал? Ну-ка иди сюда! Видите, это Мелони Нотика. Он ждет, чтобы вы поставили лайк прямо сейчас. Давайте, он ждет. И напишите комментарий. Сколько тебе лет? Погнали. Всем привет, друзья! С вами игрок Адор. Добро пожаловать на новый видеоролик по игрушке Patrick Neighbor. Здорово! А, где мой Спанч Боб? Он должен скоро прийти. А я пока пойду чайку приготовлю. Что? Ребята, короче, нам предстоит сегодня зайти в этот дом, разузнать все секреты этого Патрика. А этот Патрик стал красным. Вы заметили? Мне предстоит сегодня добыть все секреты этого Патрика и... как бы взломать этот дом. Мне послышалось, или кто-то разговаривал. Спанч Боб, это ты? Ха-ха-ха, он думает, что этот Спанчик. Но это не Спанчик. Я предлагаю зайти в этот дом и забрать ключанский. Наше задание — открыть парадную дверь. Ну, в принципе, это очень легко. Да, блин, чё-то никого не видно. Я уже хожу туда-сюда, как дуралей. Что? Он через двери проходит, вы видели? Он идет сюда. Уф, повезло. А, блин, ё-моё. Ну что ты хранишь там, Патрик? Ну-ка говори. Если бы ты знал, ты бы не зашел сюда. Да, конечно. Давайте быстренько зайдем сюда, пока он вниз не спустился. Давай, 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 давай. Открой дверь. Ключанский забери. Он спускается. Он спускается. Ты где? Чуть никого не видно. Ну ладно. О, он меня пропустил, это хорошо. Так, открой дверь. Давай, давай, парадную дверь надо открыть. Быстро открываем. Yes! Вы должны раскрутить трубы возле дома вашего соседа. О, я люблю раскручивать трубы. Это мое занятие. Ха-ха-ха. Как и в прошлый раз, напакостить этому соседу злому. Да-да-да. Да, кто открыл мою парадную дверь? А, где мой ключ? Кто украл его? Ха-ха-ха. Давайте быстренько заберемся наверх, пока этого Патрика тут нет. Ай, где гаечный ключ? Нужно срочно искать. Он бежит за мной? Он бежит за мной! Чувак, ты реально за мной бежишь? Или что? Или он снизу? Не, ну в принципе, Патрик, ты себе дом нормальный построил. Мне, в принципе, нравится. Оу, щит! Оу, щит! О май гад! О, воу, 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 воу! Патрикос, ну чё? О, блин, я аж покраснел! Ты меня разозлил! Я тебя все равно поймать! Иди сюда, быстро! А? Ну ладно. Видишь, у меня на спине есть какое-то пятно. Ха-ха. Это пятно очень странное. Не заметил? Заметил. А что за пятно? Я не скажу. Ха-ха. Пока ты не спустишься вниз. Не-не-не, чувак. Я, конечно, узнаю все секреты, но про пятно мне интересно. А, интересно, значит, спускайся. Я тебя поймаю, и все. Все будет хорошо. Что? Не, спасибо. И что, он так будет вечно стоять? Чел, ты будешь так вечно стоять или что? Оу, щит! Нет! А, ты чё? Ну-ка быстро спускайся! У меня есть идея! Ха! А, блин! Я знаю, гаечный ключ на первом этаже. Зря я поднялся наверх. Нам нужно срочно идти вперед просто и все. Так, Патрикос. Давай, я знаю, ты где-то тут хранишь, да, свой дурацкий ключанский? Оу! Оу, щит! Ой, блин, настолько жарко у нас в бикини-ботом. То, что я стал красным. Что? Ты шутишь, что ли, или что? Так, подожди, а где этот ключанский, дебилянский? Где его искать? Оу, меня кто-то заметил. Извиняю, но я должен уйти. Прыгни! О, повезло, блин. Блин, опять попался на эту уловку. Ну, я тебя все равно поймаю. Сейчас мой Спанч Боб придет, мы тебе дадим жару. Блин, надо крем от загара напялить на себя, намазать. А то что-то слишком красный. Ты слишком красный или слишком разозлился? Я тебя не пойму. Чел, успокойся. Да, видишь мои глаза? Я слишком озлобленный. Иди сюда, блин, быстро. Не-не-не. Ну, чувак, ты свалишь или нет? Смотрите, я хожу по перилам. Интересно, он меня заметит или нет? Давайте, ну-ка. Пойдем право, право, право. Просто тупо будем идти вправо. И главное, не попасться на него. Просто стоит на месте. Ему как бы норм. Ну, постою-ка я по кемперу. Может, кого-то на кемперю. Хорошо.
Блин, надо пузяка своё почесать. Чел, ты уйдёшь отсюда или нет? Тогда я сам уйду. Отлично. У меня получилось. Yes, только вот где найти гаечный ключ? Я знаю, где он. Так, давайте заберём его. Он где машина? Прям где машина? А, он там караулит теперь, да? Он как чувствует этот патрикос-пердикос. Давайте рискнем. А, нет, не будем рисковать. Не-не-не, я не буду рисковать. Нет, ни в коем случае. А, блин. Странно, я его вижу. На окей, мой не иду. Я ж тупой, как Спанч Боб. Мы два другана. Да, вы тупые, конечно, это точно. Так, давай забираем. Забираем быстренько этот ключ. И идем раскручиваем эти тупые. Чувак, я раскручу твои трубы, ты не против? Я думаю, он не против. Ха-ха-ха. Так, давай, раскручивай. Раскрутить трубу! Поехали! Чувак, я раскрутил. Ему что, все равно? Да, мне нормально. Что? Тебе реально все равно? Ну ты дуралей, конечно. Вам нужно взломать компьютер соседа. Как и прошлый сосед, да. Все эти действия одни и те же, только разные соседи, да? А, ну ладно. Нам нужно на второй этаж, я знаю. Милостью угощу, милостью прошу. Заходите. Не-не-не, подожди, чел. Мне нужно на второй этаж забрать кое-что интересненькое вот тут. Вот тут или не вот тут? Не вот тут. О, щит. Я ошибся, извиняюсь. Вот тут. Компьютер, ты тут? Да, компьютер тут. Ну что, взламываем этого Патрика злого? Взламываем, поехали. На компьютере вы нашли информацию, что ваш сосед украл деньги из банка. Вы должны найти и забрать их. Ха! А где эти денежки лежат? Я знаю, они где-то там, да? Где отдыхает Патрик? Но этот Патрик всегда отдыхает, он вообще не работает, походу, да? Где найти денежки эти? Быстрее признавайся, Патрикос-пердикос. Открываем эту дверь. Воу! Ладно, все тихо-тихо. Да, где-то тут. Где-то тут. О, нашел. Забираем бабосики этого Патрика. Забрали и просто валим отсюда. До свидания! Пау. Также вы узнали, что его сосед украл золото из банка. Вы должны забрать его также. То, уже темнеет. Да ладно, эти задания все сильнее и сильнее. Та, какой красивый закат. Ладно, пойду починю свою лодочку. Что-то она разломалась. Да, разломалась. Иди чини, молодец. А я быстренько пойду заберу твое золото. Я, в принципе, знаю, где она. Так что мне не страшно. Заходим сюда, забираем золотишко вот тут. Ха-ха-ха. А вот и золото. Yes. Забрали и просто сваливаем. I believe I can fly. Бау. Вам нужно вырубить свет в доме соседа. А я знаю, где еще надо вырубать. Вон там вот. Где эта лодка-то дурацкая? О, он закрыл все двери. Он думает, что якобы все темно стало, да? Все двери закрыл реально. Да? Ты что там делаешь? Лука свалил, тебя не звали. Ай, ладно, пофиг на него. Что? Вот тут надо разломать свет его. Дурацкий. Смотрите, гараж открылся. Теперь он будет бегать за мной. Это опасян. Да, гараж открою, пусть проветрится немножечко. Ну ладно, пусть проветрится, но... Где мне найти щипцы? Признавайся. Они где-то тут? В втором этаже, ребята. Но Патрикос идет сюда. И это очень опасно. О, нет. Ты что делаешь на моей территории? Я тебя в клетку посажу. Люка, иди сюда. Не-не-не, чувак. Извини, но я ухожу. Мне нужно сдобыть щипцы и выключить свет. Я тебя дам. Ты негодяй, иди сюда. Я негодяй, ты меня негодяем назвал? Ну все, ты меня разозлил. Щипцы забираем. И рушим его свет в доме. Я могу так перепрыгивать. Ха-ха, мне ничего не будет, я как ниндзя. Ниндзя в тумане. Так, давай. Yes, вырубили свет. Ну что, Патрикос, как тебе без света живется? Окей. Ну ее тут нет. А, вот она. Давайте сожгем машину этого тупого дебильного соседа. И сожигаем. Воу, я сжег его машину. Ты что сделал? Ну-ка иди сюда. Что я же прошел? В смысле? Блин, я сожег его машину, но он пришел за мной. И он поймал меня, хотя такого не должно было быть. Офигеть.
Вот это да. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Все, с вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи, всем спасибо. Делайте добро, не делайте зла. Напишите комментарии, хотите продолжение таких вот крутых соседей. Да. До скорой встречи, до следующей серии. Всем пока!